Самый известный вампир российской сцены выступил в Самарской филармонии. Иван Ожогин, исполнитель главной роли в мюзикле «Бал вампиров», дал единственный концерт. В программе никакой мистики и фантастики. Он пел о том, что понятно и близко каждому. Я вас любил так искренне, так нежно, когда и вам Бог любимый быть другим. Любовь – заглавная тема и главная героиня вечера. Иван Ожогин привез в Самару программу, с которой редко гастролирует. Романсы, песни из фильмов, композиции советского времени. Широкой публике артист известен по ролям в мюзиклах «Чикаго», «Норд-Ост», «Бал вампиров». Он пел в опере и солировал в хоре при монастыре. Коллеги говорят, ему подвластно музыкальное произведение любой сложности. Хотя сам Иван о своем таланте отзывается более чем скромно. Диапазон никто не замерял. Дело не в том, сколько у тебя нот, сколько... какой красоты твой голос. Дело в том, что ты хочешь сказать своему зрителю и слушателю, что ты хочешь донести. Порадовать, заставить грустить, сопереживать, осчастливить. Ожогин – обладатель премии «Музыкальное сердце театра» и высшей национальной награды «Золотая маска». Но все же, как говорит сам артист, реакция зрителя – вот лучшая оценка его творчества. Все еще слегка. Анна Ивахина, Алексей Гриднев. Новости губернии.